Проект направлен на продвижение поэзии и литературных талантов. На грантовые деньги выпущен поэтический сборник «Путеводитель», который знакомит с творчеством димитровградских поэтов. Мы раздали 1000 сборников жителям Ульяновской области, потому что мы провели акции в разных районах нашей области. В Чердаклинском, Меликеском, Новом Малоклинском, в самом городе Ульяновске. И в Димитровграде мы встретились с нашими жителями на 5 открытых площадках около библиотек. Помимо стихов и краткой биографии 14 местных талантов, в сборнике «Путеводители» есть карта, где указаны фамилии поэтов и районы их проживания. Возможно, один из них живет рядом с вами. Это очень полезное мероприятие. Возможно, даже рядом со мной живет один из димитровградских писателей. Я даже этого не знаю, а с помощью этого мероприятия я, может быть, и познакомлюсь с ними поближе. А кто знает, может быть, на следующем городском конкурсе чтецов, а Виктория Алаторская, его победительница, школьница, будет декламировать стихи местных поэтов. Например, Александра Белова, Инги Гаак или Юрия Шерстнева. Мы надеемся, что все-таки мы продолжим наш поэтический марафон. Мы сдадим сборник «В нашем доме проживает замечательный поэт 2». И потому что в нашем городе более 30 поэтов проживает, которые и молодых очень много. И хотелось бы, чтобы все знали об их творчестве. Арина Макарова, Константин Белов. «Наше время».